Чего? Гарри выиграл класс. Лыкова сейчас это пишет, говорит, давай, давай, типа, я говорю, Лыкова, Лыкова. У нас сравниваемся на ЦАЦИ. Нет, нет, сейчас сравниваются на резерв ЦАЦИ. Да, то есть на отдыхание. Кобели, кобели. Смотри, он движется. У него, Таня, у него короткое плечо, точно такое же, как у моей Музи. Как у моей Музи. Передом, передом. У него хороший зад и плохой передом. Да, зад. Вообще перед движением он делает это вот так, за полосу. Она лорду привела. А, ну, наверное, чтобы не дать. Дядюшка моей суки. Второй. Ширина. То есть смотрим только сбоку. Потому что накачанная собака может демонстрировать толщину хорошую. Но ширина бедра вот у того круг, он правильно поставленный, но коротковатый. Да, а у этого круг более, ну, как бы он может быть не сильно лучше, но он лучше. У моей суки еще лучше. У нее задница шикарная, а перед у нее хуже, чем у дяди. Ну что делать? Вот. Все они родственники. А лицо прям один в один моя Мусечка. Очень похоже. Прям вот люблю безумно. Тут камень какой красивый был. Я, блин, своих белых собак понакупала, потому что он мне попался, блин, на фотографии. Фотографировали. Девушка это заметная, просто она такая. Ну да, нет, белые собаки, самые красивые белые собаки. Все остальные отдыхают, нервно курят в сторонке. Красивее блондинок могут быть только еще одни блондинки. Я даже вообще вот, для меня это не обсуждаемо.
разные. Посмотри, голова, выражение лица и недостатки те же. Вообще один в один. Только у мусика тут получше. У него тут похуже круг. Шанс бежу, камелот. Да, нет, там что-то. Лор. Да. Знаешь, каждый второй, кто лорд, кто маркиз. Кто, вот, знаешь, никто еще царем почему-то не назвал. А вообще надо назвать, а есть царь. Она его поставила, сейчас прекрасно видно, что у него очень короткое плечо. Видишь, как он выставил ноги вперед? На первый кабель. Видишь, у него ноги. Ура! Ура! Да, вот выиграл.